Вот уже почти 6 лет Фернандо Риксин борется с боковым амиотрофическим склерозом. Неизлечимое заболевание привело к тому, что спортсмен потерял возможность говорить. Ему тяжело передвигаться самостоятельно, а последние несколько месяцев футболист провел на больничной койке. 9 июня Фернандо с помощью специального устройства генерации речи записал обращение, адресованное поклонникам. Он признался, что устал бороться. Спортсмен пригласил всех желающих на вечеринку, которая пройдет уже 28 июня, и станет прощальной. Этот день будет особенным для меня. Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся, сообщил спортсмен. Футболиста часто навещают друзья и поклонники. Фото Instagram. Сейчас Фернандо находится в шотландской клинике, где разрешена эвтаназия. Предположительно, Риксин, который страдает от боли, может попросить врачей провести ему эту процедуру. Напомним, что нидерландский спортсмен прославился в начале 2000-х, когда завоевал сразу несколько титулов. В 2006-м он начал выступать за «Зенит». В составе команды Риксин выиграл Кубок УЕФА и звание чемпиона России по футболу. Однако в 2009 году контракт с ним был расторгнут из-за нарушения дисциплины. Риксин всегда имел скандальную репутацию и несколько раз устраивал драки прямо на футбольном поле. После ухода из «Зенита» Фернандо вернулся в клуб «Фортуна», в составе которого и начинал профессиональную карьеру. Риксин заболел, когда его дочери Изабелле был всего год. Фото Instagram. За последние 6 лет Риксин несколько раз проходил обследование и курсы лечения, однако его самочувствие стремительно ухудшалось. Все это время футболиста поддерживают супруга Вероника и дочь Изабелла, которой 6 июня исполнилось 7 лет. Известно, что последний вечер Фернандо проведет в одном из отелей Глазго, где соберутся его друзья и родственники. По мнению поклонников, семья Риксина смирилась с тем, что продолжать дальнейшую борьбу за его жизнь бессмысленно, поэтому близкие хотят устроить запоминающееся мероприятие, на котором спортсмен сможет хотя бы на время забыть о боли. Класс пост 660 961 подписчик.